Одинцовские депутаты-единороссы встретились с волонтерами, чтобы обсудить совместную работу в период пандемии. Встреча прошла в штабе местного отделения «Единой России» на Можайском шоссе. Директор Одинцовского молодежного центра Федор Харитонов рассказал о деятельности регионального штаба волонтерского движения «Мы рядом», который официально работает на базе центра. Он подчеркнул, что организация активно взаимодействует с молодой гвардией, единороссами и сторонниками партии. В ходе обсуждения выявили направления, по которым необходимо усилить коммуникацию, и приняли решение собираться в штабе регулярно.